Сергей Газаров родился 13 января 1958 года в городе Баку, Азербайджанской ССР, по национальности армянин. Отец Сергея был директором конфетной фабрики, а затем директором винного завода в Баку. Мать была бухгалтером, но по профессии почти не работала. На вступительных экзаменах в ГИТИС, на курс Олега Павловича Табакова, Сергей Газаров читал отрывок из повести «Нос» Н.В. Гоголя. Актер вспоминает: «Только приехал из Баку, и у меня был ярко выраженный акцент. Педагоги попадались кресел, умоляли Табакова меня не брать. А он поступил иначе». В 1980 году Газаров окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского, ГИТИСа. После окончания института работал в Московском театре «Современник». С 1986 по 1991 годы служил в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, где в 1991 году поставил спектакль «Ревизор», за что в этом же году был удостоен премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года. В 1991 году организовал частную кинокомпанию «Никита и Петр». С 1998 года главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. В кино дебютировал в 1980 году, снимаясь в эпизодических ролях. Первая главная роль – латиноамериканец Рауль Санчес в советской социально-сатирической драме «Выигрыш одинокого коммерсанта» 1984, чилийского кинорежиссера Себастьяна Аларкона. В 1989 году дебютировал в качестве режиссера кино, сняв трагикомическую мелодраму «Крейзи». Тогда же поставил совместно с Олегом Павловичем Табаковым спектакль «Крыша».